Ангелина, привет, привет, привет. Чем будете заниматься сегодня? Привет, а я решила вот в формочках, тихо-тихо, маленько, оттрапать. Кексики? Да. Другие, значит. Для начала я беру яйца. Яйца. Так, 6 штук яиц. Мы разбиваем. Яйца вымыты. Не спеши. Пишить некуда. Значит, что? Так, да. Дальше добавляем. Соль маленькая добавлю обязательно. Так, это сахару. Угу. Сахару. Вообще сахару надо будет это. Полтора стакана у меня поменьше сделаю. Так. Вилочка. Вилочка. Ау. Туда, значит, ну, я сейчас это, возьму вилочку. Вилочкой я буду, я ела. Вот. Так, замешиваем. Второе яичница. Ага. Ну, я что-то не хочу в это. Яйца с сахаром. Это с сахаром и солью. Ага. Так, дальше я сюда вливаю 350 грамм масла или маргарина, можете. Это все. Ты его растопила маслом. Да. Угу. Растопленное. Сюда же я добавлю где-то маленько этот чернослив и вот такой вот изюм. Да, потому что я решила, это будет мне это. Угу. Еще раз будем перемешивать. Так, это может нам не надо. Ну, можно ванилинчику еще добавить и еще помешать. О, обалдеет ванилина. Хватит. Хватит. О, отлично. Вот такой в баночке у меня ванилин. Так. Мам, не закрыла. Закрыла? Ага. Опа, закрываю. Ну, в общем, я буду это перемешивать, как положено. Давай все там. Пока нам это не надо. Однако тут это, двумя стаканами не обойдешься. Вообще по рецепту там идет. Я вот так подумала, 350 грамм масла, это практически как наши пачки, по 180 грамм, почти две пачки. Ага. 6 яиц. И думаю, что-то 3 стакана, мне кажется, маловато будет. Ну, я вот, у меня здесь 3 стакана, если что, я еще добавлю. Вот так вот, как-то так. Так, так, пока прибираю. Ага. Чтобы не мешать. Это я сразу сюда не беру. Не знаю, что стоит. Так. Соль это я сейчас уберу. Ага. Это уже не понадобится. Так. Теперь что у меня? Так, это пусть пока постоит. Значит, что у меня здесь разрыхлитель. Маленькая ложечка. Угу. Вот здесь я уже сказала 3 стакана. Мне надо чайную ложку разрыхлителя. Ну, та же сода, только уксусом гашеную. Угу. Если много, то... Так, ну все, хорош. Хорош, говорю. И
это я перемешаю. Мы сейчас сразу уберем. Вот так вот. Мы все сразу на место поставим. Так. Я это разрыхлитель я с мукой перемешиваю. И буду сюда сыпать. Угу. Так, помаленьку. Вот раз. Будем мы так вот перемешивать, как положено. Угу. Так, сейчас я это перемешаю и посмотрю. Тесто, ну, значит, должно быть жидковато. Так, хочется туда. Формочки силиконовые, их не надо смазывать. Здесь масла вообще достаточно много. Угу. Так что... Так. Это все мы перемешаем. Кубочка у нас нагревается. Ага. Масло не будет, значит, ничего силиконовое, ничего смазывать. Так тут же масло. Не надо, зачем? Ага. Уж силиконовое пол, зачем? Ну, вообще-то нормально, значит, будет. Я думала, что еще не надо будет. Не надо. То я сейчас уберу. Так. И яйца давай сюда же уберем, интересно, скорлупу. А? Я их скорлупу давай уберем сразу. Кого? Вот эту? Давай. Так это надо выкинуть. Да это. Выкинем в сторону, уберем здесь. Да. Да мне вообще-то это не мешается, но... В общем, я это все хорошо перемешаю. Нормально получилось. Я думала, будет сильно жидко. Значит, нормально. Оливочка я. Тут так. Посчитаем, сколько кексиков с изюмой. С черным изюмом, да? У нас получится. Нет, изюм у нас светлый. А изюм а у нас у нас эти, чернослив. А, чернослив. Посчитаем, uh-huh, сколько у нас получится. Ты сколько, uh-huh, формочек достал? Uh-huh. Кексиков с черносливом черного цвета. Uh-huh. Сладенько. О, красота какая. А один у меня был, один у меня порвался. Чё? Что здесь один был? Совсем помаленьку их. Да, где-то примерно, можно на половинку, потому что уже подниматься будет тяжело, угу, туда. Ну, разрыхлить это сюда. Вот так вот. Опа. Угу. Опа. Сейчас пока я. Угу. Тесто худенькое такое. Отличное будет тесто. Ой. Считаем. Формочки. Одна формочка. Две. А ты что еще потом добавишь-то? У нас еще разрыхлитель должен вообще-то это подняться. Еще придется добавлять. Один, да, в шляпе. Еще горячие руки облежат. Нормально. О, Тошка, привет. Мамка сегодня тебя искала. Звала, пищала. А он где-то спрятался. Чай с печкой пить. Нормально будет.
придется еще мне докладывать. Где-то. Только один-один. Только один-один. Маленько. Маленько. Можно орешки сюда добавить. У меня орешек нет. Говорит, ты орешки доел, да? Да, я доел. Вот такой пиздец орешек. Орешки. Нужны орешки. Орешки нужны. Раз что-нибудь замутишь, подтряпаешь. А красивое тесто. Потом ценулька, красотулька, один съест. Самый вкусный. Ой, даже один. Да. Боже мой. Да ну брось ты. Какой-нибудь в белой шляпе там есть? О, да. Кого? Прям, может, так вот один. Так, сейчас я еще там подгребу. Посуди-ка. Угу. Ну-ка я еще доложу. Так. Опа. Опа. Все подгребем. Так, и еще мы добавим. Добавим. Красота. Красота. Что добавим? Красота. В общем, кидаем все. Сладкие. Быстро и хорошо. Там у меня нет каких-то есть рецептов. А будет не прямая это. Плохо размешана мука. Так что хорошо размешивайте муку. Ну все. Ну что, сейчас готово. Только пачкаю. И все, ну прямо вот так хорошо все выскоблила. Еще сколько она там взяла. Так вот туда еще. Ну вот. А? Маленько. Ручки вытрем. Ну, поехали. Так. Где-то, ну, 180 градусов. Не надо выше. Вот. Так она выше, не надо. Вот так вот. Так, у меня тут то 60, ну еще на десяточку, то 70. Немного? Нет. Нормально? Ну, ладно. Вот так делать. До готовности. 60, да? До готовности, пока у нас это мы еще... Наведем марафет. Так, а у нас вот такая красота. Не буду я ее ничем посыпать. Их. Не, не надо. Сахарной пудрой ничем не буду посыпать. Красота, красота. Красиво. Вынимается, отлетает. Ну и все вошли на дно. Угу. Так, ну что теперь с мамой? Еще, это, горячие. Еще на оттуда. Они еще не горячие, но... Так. Изюмка. Сейчас мы. Какие я не знаю. Это... Ладно, там что-то по-моему. Угу. Ну-ка, подержи чуть-чуть. А такая красота. А о, нет. Играет назад, возвращается. Это. Так. Пробовала это я. Кретинит. Бочитка. Нормально. Ну-ка. Оп. Оп. Назад. Пиклит хороша. Угу. Чайком. Пусть они еще хорошо приостынут.
Так что, вкусненько. Ну что, отлично получилось. Горячо. Угу. Еще горячее. Что-то горячее, ну. Всем надо подстоять. Угу. Нормальненько. Что? Пусть остывает. Угу. Мангалина, угу. Спасибо большое угу. за рецепт. Отличный рецепт, берите наложение, ничего сложного. Такая вкуснятина. Пока-пока. Всем вкусняшек, вкусняшек и отличного настроения. Всем пока. Пока.